Всем привет, это Ирина Воскресенская. Большие выходные – это отличный повод навести порядок. И мы с вами заглянем ко мне в мою гардеробную. И какой у меня тут бардак. Вот. Я живу одна, и у меня уже столько всего накопилось. Накопилось очень много обуви. Тут коробки, там коробки, прямо до потолка. Одежда, причем одежда какая-то мне уже очень надоела. Надо разобрать с одеждой, может, что-то уже нужно кому-то отдать. Вообще хочется, чтобы был порядок. Обувь надо привести в порядок. В ящиках тоже хочу навести порядок. Вот, так что сегодня я занимаюсь своей гардеробной. Вот так. Такой у меня тут бардак. Будем приводить это все в порядок. Ну что, давайте заглянем, что у меня получилось. Вот. Это такой промежуточный еще этап, потому что еще коврик, он сейчас в мойке, я его постираю. Сапоги высохнут, одни сапоги в коробку у меня пойдут, другие, которые я сейчас ношу, сюда поставлю. Так, на вешалке, ну это пуховик, я так бегаю везде, чтобы на работу в основном хожу. Тут я все разобрала, то, что не ношу, я убрала. Вот коробка у меня есть такая. Потом, значит, я убрала в пакет, который есть вещи, вообще не ношу. Сразу убрала кому-то отдать или выбросить. Так, здесь все разобрала. Тут даже вот два чехла отделано. Какие-то вещи свои. Здесь разобрала. Здесь вот что радует, я разобрала документы. Все старье выкинула. Для обуви тут разобрала. Очень много вешалок пустых образовалось. Коробок много выкинула. Посмотрите, немножечко у меня осталось. Вот эта коробка была пустая. Я ее тоже сложила в нее, что нужно. Самое главное, я комод разобрала. У меня теперь здесь идеальный порядок. И места очень много освободилось. Вот. Причем это везде получилось так. Тут у меня вот сумки, тапочки, если гости приходят. Так, все, пол я намыла, сейчас здесь высохнет, я положу коврик, обувь, которую ношу. И вот здесь мне еще нужно будет, конечно, все разобрать. Тут много пакетов, это пакеты просто пустые, я их соберу в один, аккуратно сложу и буду использовать под мусор. Вот этот коврик почищу, сапоги я уже помыла, они как раз там сохнут. Вот эти пустые коробки, их куда-то нужно будет применить, потому что коробки под обуви не выбрасывайте, это очень хорошие органайзеры. Ну что, вроде более-менее так уже. Целое пакетище мусора я собрала. И вот здесь у меня одежда, которую я не буду носить. Вот она у меня тут собралась, целый пакет. Вот, посмотрю, может, кому-то отдам. Если не нужно, то есть пойдет уже в мусорку. Очень жалко, что у нас, вот, конечно, в России не сортируют мусор, потому что это очень удобно. Рассортировал, и можно положить, может, кому-то что-то нужно. Вот, все, в общем, я собой довольна. Я там все помыла, там сразу... Прям и дышать стало хорошо. Вот. В общем, я с собой довольна. Выходные проходят не зря. Вот. Но мы еще вернемся, когда я прям полностью все закончу. Я вам еще покажу. Ну и давайте последний раз заглянем. Уже все я сделала. Сапоги высушила, обработала их. Обрабатываю я так вот замшевые, у меня там есть, вот у меня тут пропитки всякие, крема для кожаной обуви. Это вот, кстати, надо вам порекомендовать, если кто-то пользуется косметиком Oriflame, то у них вот есть такие для обуви
дезодоранты очень хорошие, стойкие и с приятным запахом. Просто брызгаешь сапожки, и обувь очень вкусно пахнет. Ну вот, здесь они мне лежат. Все, все, я... у меня только коврик один остался, но он у меня сейчас сохнет просто. Обувь тоже одну я уберу, потому что эти сапоги я доставала. Куда-то я выходила. Они очень теплые и удобные, но замшевую обувь я только вот когда куда-то хожу. А кожаные постоянно хожу в них. Ну, все, вроде вот так у меня все везде порядочка теперь. Пыль я везде вытерла. Все в комоде разобрала. Прям все там везде идеально. Очень удобно. Вон еще сколько места. Туда как раз вот коробки могут пойти. Из-под обуви что-то уложить. Из комода, который у меня стоит в прихожке. Его буду разбирать. Поедет вот сюда, в гардеробную. Тут вот сумки у меня хорошо убрались. Тапки, когда гости приходят, прям идеально. Все. Я собой очень довольна. Надеюсь, вас тоже простимулировало прибраться в какой-нибудь комнате, пока идут большие выходные. Ну что, всем пока-пока и до новых видео.